Машка, познавашка. Ребята, вы это слышите? Ну, конечно же, слышим, умняшка. Это же специальный пожарный сигнал. Пожарный сигнал? А что случилось? Неужели у кого-то беда? На окраине города загорелся дом, и там очень нужна помощь пожарных. Без паники! И дяди пожарные уже в пути! Вот оно, место пожара. Нужно срочно затушить этот огонь. Туда-туда! В таких делах нельзя медлить! Дяди пожарные очень хорошо это знают и за дело берутся с большой ответственностью. Смотрите, видите? С помощью шланга с водой пожарный принялся тушить это пламя. Готово! А на очереди огонь в окне. Невероятно! Прошло совсем немного времени, а от злого огня и следа не осталось! Все верно, умняшка. Это и есть работа пожарных. Спасибо, дядя пожарный! Вы сработали на отлично! Так и должно быть, умняшка. Ведь в их руках не только дома, а и жизни людей. А ведь есть специальная служба, которая жизнь бережет. Ну, конечно же, есть. Это у нас скорая помощь. И здесь сирена! Неужели кто-то пострадал? Похоже, что да. Видишь, машинка готовится к выезду. Все по местам и вперед! Смотрите, ребята, помощь нужна малышу. Бедненький, тебе, наверное, больно. Сейчас дядя врач его обследует, и мы узнаем, что с ним не так. О, я знаю, это градусник. С его помощью меряют температуру, и это совсем не больно. Так, малыш в норме. Похоже, это просто испуг. Не надо пугаться, маленький. Это всего лишь сломанный скейтборд. И самое главное, что с тобой все хорошо. О, смотрите, как раз и бабушка подоспела. Не волнуйся, бабушка, малыш в полном порядке. И теперь скорая помощь может ехать обратно. Ну да, им пора. Всегда нужно быть начеку. До скорых встреч, ребята. Берегите себя. И всегда